Всем привет, дамы и господа! Сегодня мы будем смотреть клип «Обладает». «Обладает» на канале «Реакция First Feel». Клип называется «Monster Truck». Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на twitch.tv/firstfeel и на телеграм-канал First Feel. У нас тут вообще, блин, так круто. Дружелюбная атмосфера. Вот такой чат. Вообще супер, блин. Супер. Вообще супер. Погнали смотреть клип «Облыча». «Облыча». Чат, передайте привет ютубовским и поехали. Так, Облыч съездил в Прельбрусье ко мне на родину. Я правильно понимаю? Ну пока это Казахстан. Это скорее Казахстан, да. Ну тачка мощная, кстати. Реально, я бы на такой на районе погазовал. Так, так он что, целует? А, не, он протирает. Все, я понял, Еду по аварии, мотор, жму на педаль, снял правый кроссовок. Чтобы на педаль, типа, лучше нажимать? Не хочу делать заломы, мне больно смотреть на твои Air Force. А, я понял, я понял. Мы крутимся, словно мы вертикалопость. Воу. Рик джекет на мне, я не могу замерзнуть. Сделка и джамп, но он был легальный. Это финес, как убили Айли. Не нужно хитрить, дерьмо будет вирально. Все большие битки я вижу лишь байты. Они не понимают, как основа хедлайн. Я не дропал ничего, это имя все знают. Знаком со мной лично, не знаешь назад. Делюсь с ними личным, они все разбазали. Пацаны поднялись, но никогда не сидели. Цена поднялась, но на них не смотрели. Бля, обожаю эти панчлайны. Не могу идти по улице в центре. В МСК так же, но там не худел. Хочу ехать зимой туда, где нет снега. Не могу упасть, меня держит цель. Хочу ехать зимой туда, где нет снега. Охуенно, относительно визуально. Мои слова, они стали бессмертны. Не хожу в вашу школу, ведь читаю без сменки. Шеф, мы сейчас в Саус-Парк. Пабло на ферме, как Рэнди. Он что, к братишкину обратился? Аж большой газ, это смарт-контракт. Мой бро в эфире, я про метамаск. А what is it метамаск? Подождите, what is it? Мне интересно. А, это криптокошельки, окей. Увеличился квартал. Мне приходит квартал, увеличил X2. Я поменял Джордан на новый Лука. Я все еще работаю, у меня есть мечта. Харри Кейн. Открыл этот счет, как Харри Кейн. Закинул туда деньги, пошарил стейк. Хочу этот биф, я поджарил стейк. Кто пришел со мной, с ним и делим кейк. Мы уже улетели, не успел на гейт. Это просто лайфстайл, неуспешный кейс. 7-7-5-8-1-2, гэнг. Сделка, он был легальный. Это сейчас, как убили Айли. Не нужно хитрить, дерьмо будет вирально. Да хуй знает, какой-то дженерик трек от Облы. Я вижу лишь байты. Они не понимают, как основа хедлайн. Я не дропал ничего, это имя все знают. Знаком со мной лично, не знаешь назад. Не делюсь с ними личным, они все разбазарят. Это что сейчас было? Подожди, Назарчик, подожди. Не знаешь назад. Не делюсь с ними личным, они все разбазарят. Типа, это как у Лил Узи Верта, типа танцы вот они пытаются делать или что? Нормально, пацаны в Казахстане чисто скатались, блядь, заодно видос подсняли, понял, базара нет. Ну вообще, типа, супер дженерик трек обладает, прям, вообще ничего, даже строк особо угарных нету, если честно. Ха-ха, пришли, все, выгоняют Облу, выгоняют с парковки, все, пиздец, нельзя. Special thanks. Я никого из этих людей не знаю. Бля, Назар, ну хуй знает, типа, вот, по-моему, сейчас самый дефолтный трек, типа, я даже не знаю, как на него реагировать, потому что, ну, с Mutant Players Club хотя бы поугарать можно было здесь, типа, ну, дрил, ну, читает. Ну, ладно, это не дрил, конечно, но, ну, читает, обладает, читает, умеет читать рэп, но... Ничего, вообще ничего меня в этом треке не удивило абсолютно, вообще. Я надеялся, что Назар нам, ну, вот прям раздаст какой-нибудь базы, а тут какой-то базы не случилось, к сожалению.